Если не будет возможности банально сходить в кино рядом, если не будет банально возможности там, прогуляться где-то в парке и так далее, если бы это было где-то за городом, они бы тратили очень много времени на то, чтобы ехать сюда в центр, гулять здесь, потом непонятно, как ночью возвращаться, а там после 11 комендант еще, в общем, куча разных проблем. Когда это находится в городе, когда у тебя все здесь рядом, когда ты в пешей доступности можешь перейти через там, мост влюбленных условный и добраться до всех, как вы сейчас перечислили, необходимых тебе жизненно важных мест, это супер. Это супер.